поставите дату, сегодняшнее число. Сама Диана Булатова, старший инспектор отдела кадров УФСИН по Ульяновской области, дату знает точно. 7 декабря – день ее рождения и некий срок осознания. Профессионально определилась безошибочно еще 15 лет назад, будучи 20-летней девчонкой. Пришла рядовой, тогда еще даже лычек у меня не было на погонах. Но на тот момент это была моя мечта, и как бы мне этого было достаточно. Теперь уже майор Булатова принимает, увольняет, присваивает звание. Это рядовой функционал. Но в день особенный горизонты расширяются. Диана преображается в волонтера-донора. Первый подобный опыт вызван реальной потребностью областной станции переливания крови. Больше всего жителей в Ульяновской области со второй группой, естественно, те, кто попадают в лечебную сеть, тоже в основном со второй группой. Поэтому, конечно, всегда требуется вторая положительная, вторая отрицательная в больших объемах, чем все остальные. У Дианы как раз та самая востребованная вторая, а в доброй миссии ее активно поддерживают коллеги. На станции полсотни сотрудников УФСИН. С какой руки сдаете кровь? Ни с какой, первый раз. Первый раз. Да, присаживайтесь вот как мне. Пока суть до дела, у окна и поясним, почему для Дианы праздник двойной, а сдать кровь символично именно сегодня. Международный день волонтеров – красная дата календаря во многих странах мира. Но в России отмечается всего 5-й год. Тем не менее, иностранные эксперты уже признали Россию столицей мирового добровольчества. А не менее 15 миллионов россиян говорят о том, что за 2020 и 2021 годы так или иначе становились волонтерами и участвовали в тех или иных акциях. Кстати, сотрудники нашего телеканала тоже время от времени становятся добровольцами. В первый пандемийный год выездная деятельность станции находилась под запретом. В настоящее время именно за счет выездов на предприятия региона активно пополняются запасы биоматериала. Интенсивная вакцинация жителей Ульяновской области, как ни парадоксально, ударила по донорскому движению. Ведь сдавать кровь можно не ранее, чем через 30 суток после второй прививки. Понятно, что в таких условиях жест доброй воли особенно ценен. Пока немножко страшно, а так, в принципе, готова. Одна мысль, лишь бы моя кровь... Нет, лучше, наверное, никому не пригодилась, но... Я буду рада, если она кому-то принесет пользу. Таким образом, день символов. Красная дата, кровь, цветы. Мы, в первую очередь, поздравляем с днем рождения. Спасибо. А также коллектив дарит вам замечательный вот этот букет. Чтобы вы запомнили этот день, ну, не на всю жизнь, но, по крайней мере, что это на долгие годы. Примите, пожалуйста, спасибо. Поздравляю. И наша торжественная... Татьяна Домоданова и Юрий Давыдов, репортер 73. Спасибо.